Приветствую всех! Спасибо большое, что на канале. Приятную новость сообщил нам с вами телеканал «Россия». С 17 мая 2021 года он начнет показ своим зрителям сериала с названием «Несмотря ни на что». Швабра. Уже сейчас мы с вами узнаем содержание серий. Первая серия, 1990 год. Подруги-аспирантки, девочки из профессорских семей Жени Виноградова, Оля Толкунова и Лена Самойлова и их вечный спутник Шурик, родственник Лены, идут в кино. Все они знают друг друга с детства, Оля безответно влюблена в Шурика, Шурику нравится Женя, сердце Жени свободно, но Оля все равно ревнует Шурика к ней. Случайный конфликт с милицией приводит к тому, что Женя и Шурик оказываются в обезьяннике местного РОВД. Начальник РОВД Иван Скрипник узнает Женю и делает ее неприличное предложение, обещая. Вторая серия. Отец Жени просит влиятельных людей освободить дочь. Те давят на генерала Скрипника, отца Ивана. Женю отпускают, но Шурика Скрипник задерживает и шантажирует этим Женю. У всех подруг неприятности. Профессора Толкунова ловят на взятки и увольняют из университета. Профессор Самойлов влюбляется в свою студентку Ксюшу и уходит из семьи. Лена ссорится со своим любимым человеком Димой. Третья серия. Утром Ивана находят на даче мертвым. Он застрелен. Генерал Скрипник лютует и требует найти убийцу сына. Подозрение падает на Женю. Девушка признается генералу, что Иван ее изнасиловал, но она его не убивала, но тот ей не верит. Под его нажимом следователь Кораблев, который ведет дело, задерживает Женю. Четвертая серия. В СИЗО Женя Виноградова понимает, что беременна. Она не хочет этого ребенка. Отец Жени встречается с генералом Скрипником, просит помиловать дочь. Ангелина, мать Жени, ищет для Жени адвоката. Генерал встречается с начальником СИЗО и просит разобраться с Виноградовой. Она не должна дожить до суда. Пятая серия. Женю переводят в камеру к зэчкам. Ночью они пытаются убить Женю. В драке Женя ранит одну из зэчек. Спасение приходит неожиданно. В тюремной больнице Женя понимает, что отчаянно защищала не себя, а будущего ребенка. Шестая серия. Скрипники переходят к активным действиям, и Женя решает бежать с малышом из города. Ангелина отсылает ее в деревню к старому другу семьи. Местный участковый с подозрением относится к гостье. Генерал требует, чтобы Женю объявили в розыск. Оля, которая теперь работает на рынке, добивается своего и женит Шурика на себе. Седьмая серия. Женя дома, но времена очень изменились. Нет работы, нет денег, нет продуктов. Женя решает взять в аренду университетский тир и вести секцию по стрельбе. Первым в секцию приходит Шурик и приводит с собой своего друга Дениса. Лена узнает, что Диму избили какие-то бандиты и он в больнице в тяжелом состоянии. Его подружка тут же о нем забывает, Дима всю жизнь будет прикован к кровати. Восьмая серия. Женя решает закрыть секцию, слишком опасное это дело. Денис просит Олю взять Женю к себе на рынок. Он хочет ее завоевать и рассчитывает на помощь Оле. Лена продолжает ухаживать за Димой, у которого с каждым днем все больше портится характер. Благодарю за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал.